Вань, давай ты мне сейчас расскажешь, как у вас масленица прошла. Понравился тебе праздник? Да, понравился. Больше всего что понравилось? Что мы играли в карусели. Игра такая была, да, карусель? Да. А вчера кто к вам приходил вечером? Вера Николаевна, с Ольгой Николаевной, кого пригласили? Что вы вчера делали, а, вечером? Забыла, что ли? А? Ну, кто к вам приходил-то? Пекарь? Что вы делали с ним? Мы с ним играли. Стряпали печенье. Да. Тебя не было вчера, что ли? Было. Ты забыла уже, что ли? Ну, после масленицы-то у вас остались блинчики? Нам не давали. Вам не давали блинчики? Нет. Вот беда, все блины съели, вам не дали. Будем исправлять ситуацию? Да. Будем? Да. Тогда посмотри, кто сегодня к нам придет. Вот, кто это? Знаешь, как ее зовут? Ее зовут Таня. А давай мы ее ласково назовем. Да, вот. Танечка. Появился какой звук в слове? Танечка. Правильно. А где он слышится в имени Танечка? В начале, в середине или в конце слова? Кир? Ой, Кир. Где слышится? Где? Смотри, в начале Танечка, в конце А, значит, вот. Молодец. Ага, зеленым цветом, потому что он всегда мягкий. Не качайся на стуле, ладно, а то упадешь. Ну, вот эта вот девочка Танечка. Блины все съели, нам не оставили. Масленица прошла, но это не беда. Потому что я тебе сейчас предлагаю напечь блинчиков вместе с Танечкой. Готова? Да. Посмотри. Танечка испечет блинчик с черешней. Бери теперь ты. Танечка сделает испечет блинчик с яблочками. С яблочками, правильно. Дальше следующую картинку. Танечка испечет блинчик. Это земляничка. С земляничкой. Танечка испечет блинчик с земляничкой. Танечка испечет блинчик с лимоном. Давай назовем ласково. С чем? С лимончиком. Да. Дальше. Называй. Танечка испечет блинчик. Это клубничка. С клубничкой. Умница, с клубничкой. Танечка испечет блинчик с клубничкой. И последний блинчик у нас с чем будет? Танечка испечет блинчик с черникой. С черри, ласково скажи. С черничишь. Танечка испечет блинчик с черничкой. С черничкой. Ну, теперь давай вспоминать, какие блинчики и с чем напекла наша Танечка. В масленицу оставили нас без блинов. Вот беда, не качайся на стуле, пожалуйста, Валя. Танечка испекла блинчик. Помнишь, какая была первая картинка? С чем? Забыла? Ну, давай, бери. Вспомни сейчас тобой. С чем, Валя? С черешней. С черешней. Кладет. Угу. Обратно. Дальше. Бери следующий блинчик. Называй. Танечка испекла блинчик с яблочками. Уверенней. Танечка.
Мамочка испечет. Испекла уже, да, блинчик с яблочками. Следующую бери карту. Танечка испекла блинчик с клубникой. Нет, это земляничка. Видишь, маленькая ягодка. Земляничка. Угу. Следующую бери картинку. Танечка испекла блинчик с лимончиком. Молодец. Танечка испекла блинчик с клубничкой. Молодец. И последний блинчик. Можешь вспомнить, с чем последний блинчик у нас был? Забыл? Ну, давай посмотрим. Танечка испекла блинчик с черешней. А вот это тогда с чем? Этот блинчик с черешней, а последний блинчик у нас это черника. Черника. С черничкой, да, или с черникой. Черничкой. Ну, ну, давай, клади блинчики на место. Можешь заставить. Ну, давай, пошли угощать ребят, раз нам блинов не досталось. Пойдем? Да. Понравилось играть с Танечкой? Да. Давай Танечке расскажем, какой звук слышится в ее имени, когда ее зовут ласково. Танечка. Танечка. Когда ее ласково зовут, какой звук слышится в ее имени? Ч-ч. Давай Танечке расскажем, какой это звук. Он согласный. Глухой обозначаем зеленым цветом. Потому что, он всегда мягкий. Придешь еще ко мне? Да. Пошли, ребят, блинчиками угощать. Да. Идем.